С вами компания «Электромотор». Хотим представить вашему вниманию электронный контроллер давления для насосов. Здесь у нас представлена моделька Optimatic FM15 от испанской торговой марки Coelbo. Преимущество данного контроллера в том, что он маленьким по габаритам. Здесь не нужны гидроаккумуляторы большие, потому что здесь уже идет встроенный небольшой мембранный бак внутри. Он забирает на себя гидроудары. Давление поддерживаемое здесь идет в 1,5 атмосфер, и оно не регулируется, так как данный контроллер работает по протоку, не по давлению, то есть на включение и отключение крана. Но преимущество его в том, что здесь идет защита от сухого хода, от перепадов напряжения, есть автоматический перезапуск насоса в случае сработки аварии, также простой монтаж и малогабаритность. Также здесь идет встроенный интегрированный манометр, на котором вы можете видеть давление, которое он поддерживает в системе водоснабжения. Подключение идет здесь вот вход-выход на клеммную коробку и вход-выход на сам насос накручивается. Подключение стандартное, 1 дюйм, резьбовое, довольно-таки качественный пластик, защита тоже высокая корпуса, поэтому можно устанавливать его в приямках, в колодцах и во влажных местностях. Для того, чтобы заказать данный контроллер давления, обращайтесь в нашу компанию по телефончику 044-530-38.